красота. Сахаром. Глазированная свинина, буженина. Кевин на кухне готовит. Да? В сахаре. В общем, меня пригласили в гости на праздник, но еще ничего не готово. Брюссельская капуста, там еще что-то. Картошка будет молодая, молоденькая прям, детеныши. И на кухне шеф Кевин работает. Не хочу ему под руку попадать. Знаете, как когда работаешь, да, но отвлекаешься сильно. Шеф проверяет, готово или нет. Ready? But what? I'm making pita with Natasha, but they're doing okay. You're gonna make dessert. No, can you let them cool dinner? But they need to rest. They need to break. They need to... We design your way to do it. No, no. It needs to cool down. Су-шеф нервничает с шефом. Но это нормальное общение на кухне. Су-шеф с шефом. Так, буженина готова. Теперь следующий этап. У нас картошка, соус и капуста. А, еще свиная корка. Свиная... Шкурка в духовку кладется и на гриле запекается до хрустявого такого состояния. Глазированная свинина. Этот кусочек, это копченый, это обычный, не копченый. И они уже готовы. Запах стоит обалденный просто. Шеф довольный, в принципе. Ждем следующий процесс работы. Ну и, походу, Жека не успела с декорациями. Традиционный пай. Это сладость, это на десерт. Ну и стол. Сам стол. Пока еще на столе ничего нет, кроме как декораций и салата. Говорит, если бы я оставил это на завтра, Женька бы выкинула бы все это. Ну, она зацементировалась бы и все. Шеф молодец, он готовит и сам сразу моет. Вино со специями. Молодец. Не, карамель, да. Ну, сахар, конечно. Кстати, надо быть очень осторожным с этим вином. Оно сильно пьянящее. Бульон. Лук. Панчетта, по-моему. В общем, сало, да? И брюссельская капуста. Так, ждем, когда картошка будет готова. Я такая, чтобы поесть и домой пойти. Мне еще работы дома дофигуши. Пробует. Nice?
со специями. Sweet, very salty. Very good. Стреляется. А, я твою мать. Поубивает нас еще здесь. Стреляется. Ёба мать. Ну что, оно прилипло так? Это кожа свиная. Ну что, оно размякло? Кайми, оно should be crispy. I don't think I should throw this up. Like better fry on the pan. No, I don't know. Чуть не убило, блин. Глянь, куски поразлетались. Глянь, в меня целилось. Хорошо, у нас не попало. Блин. Мне кажется, что там что-то пошло не так. А гости перебрались в бар, в комнату. Девчонки, по-моему, остались на балконе. Ух, я еще с ними не познакомилась. Нет, Рим. Why, Kevin, why don't? Don't! Don't, it's nice tasty, блядь. Put it on that plate. Yeah. It's tasty. Yes. It's tasty nice. Okay, not good enough. Okay. Говорит, первый раз пробую, поэтому, говорит, может, и не получилось. Мне кажется, духовка не это. Да. Наверх поднял, что там грилем было. Может, грилем и запечет это все. Фаш, ноги. Рос, it's a chef call you. This is Mason's bacon. This is Mason Bremner's bacon he's fucking making. I tell you something. It is. We took 3 kilos back. Мужчина на кухне – это вообще, это бомба замедленного действия. У нас почти псарня. Игривый какой, какой игривый. Женя у нас бармен. Cinnamon. Давай. Is that a real Christmas tree or is it a plastic? Yes, it's real. Where's your tinsel on your baby? Where's your tinsel? Кевина помощник появился, инспектор. Все голодные. Кевин, как обычно, приглашает всех, а все не готово. А теперь жалуется на Женьку. Stop complaining. That's what he does. Yes. Be happy. Кевин. I just need a lock in the kitchen door. Yeah, you so need Jenny, a big one. No. The kitchen's perfect size. Right? I'm not kidding. No, it's negative. You can rehabilitate, fry the pan. Well, we could later, you but will, I don't you, think we will. You will see it's gonna become. Well, yeah, look at it later. It was burning and everything, and it was fucking putting out black smoke. Да. I'm there sure. Кожа не получилась. It could be okay. You know why, Kevin? Because it's defrosted. Huh? Defrosted. No, it's not. No? No? Well, when we got, wasn't it, was in the fridge? They were in the fridge. В общем, не получилось вот этой вот хрустящей корочки, которая должна быть мягкая. Она очень вкусная. I didn't care. Maybe I didn't put enough salt on it. Try to find on the pan, on the top. Yeah, I don't think I put enough salt. Uh-huh. This pan is fucking terrible. Terrible, then? It's not flat. No. It's like a bowl. The pan is terrible. You don't have other pan? I will have other pan by January, believe me. Good one, yeah. Yes. Надо посуда хорошая, чтобы еда получалась хорошая, да.
Ну, в общем, у нас брассел вот эта вот брюссельская капуста жарится будет вместе с этой, со свининкой. Все в процессе. Кевин распорядился. Жека будет на стол накрывать тапосы, да? Ну, ж на тарелочку ее. А может и так не надо. А? А их много? У меня много еще. Он сказал, через борт. А, ну тогда тебе надо, да. Нет, через борт он сказал, на... Ой, Женя. У шефа поменялись планы. Да сделай все сразу, да и все. Да, да, да. Нет, чтобы тебе... Ты вообще-то должна была гостей развлекать. Да, да, да. I think me and Tanya could work in a kitchen. We might fight, but hell, we would go. Yes. Very fast. Shook, shock, yeah. Shock, shock, shook, shock. Watch out. Ускорился, наконец-то. Уже все голодные, все хотят жрать. А я так подавно, я хочу жрать, и потом домой. Мне надо. Вот что-то я опьянела немножко. Пьяное вино. Ой, а мне нравится вот эта вся вот эта суета, вся вот эта вот макотня. Так, подождите, свинина уже пожарилась. Зачем ты ее это? Это же жирочек, очень вкусно. Теперь лук жарим. Действительно, сковородка какая-то не жарит, а парит. Закинул брюссельскую капусту. Теперь обжарит минут 5. Картошка на подходе. Молодец, прям не мытую. Ладно. Я уже боюсь что-то сказать шефу. Он такой импульсивный. Ну, это, конечно, красотень. Украл носки вонючие Кевина. Да. Все. Кевин, забирай свой носок. Все. Put him down. So Kevin, go back, so back to the kitchen. Go back to the kitchen. Oh, у меня есть шанс. Немного помочь шефу. Это я люблю. Пёсик.
слушай. Что происходит? Украл Кевина носки. Ну, собака. А? Собака одно слово. Да. Приятно наблюдать, как мужчина на кухне готовит. Я уже сама проголодалась, боже. Давай, Кевин, давай, сидим. Оф, еще и соус будет. Давай. Картошку. А Brussels ready? Отдыхайте температуру. Brussels. I need to watch my new knife. Nice knife. Да, у него новый нож. Японский. Fuzz in the music. Fuzz in the music. Как хорошо, спокойно, тихо стало. Something happened with internet. Yeah, it's gone. Put the lid back on. Can you give me please my grey towel, слово? Где бы, чтобы оторвать и украсть. Нам больше воровать нечего. Ты будешь джин или ты вино будешь? Берис. Разбери, я? Малинка. Разбери и струбери. Ладно, сушеная клубника и замороженная прям в ледике малина. Жека сейчас нам забацает коктейли джина. Скотиш. Шотландский джин. You wanna have a fighter? Джин from? England, Gordon. And England is a make is a shot. Nobody in UK can make a gin, only England. And last 5 years, what is story? They give these permission. Понятно. Because it's always London dry gin, isn't it? Like, yes, London. It's not Edinburgh dry gin or Glasgow. What about the Bombay? It's not Glasgow dry gin, is it? What about Bombay? Bombay Sapphire is in the south coast of England. Ooh. My mum and dad went to the distillery. I thought Bombay, it means they make it from the India or something, no? No. В общем, вся история о джине. Где лучший джин, но пришли к выводу, что самый лучший – это английский джин. Хотя есть и шотландский. Жека сделала мне джин с тоником. Обалденный. Да еще в таком стаканчике. Вернее, в фужере. Очень вкусно. И шеф, капуста, наверное, уже готова, я думаю. Подойди. Кевин, ready? Need put salt and pepper. No, not yet. Okay. Not yet. It's done. It's near yet. It needs to be crispy. Crispy? It's getting there. Okay. It's doing well, right? That pan is for another thing. The tarties are doing well. Mm-hmm. 10-15 minutes. Once I get this done, that goes in. That's ready. Cut that. Капуста готова, да.
Давай. Да? Картошка уже почти готова. Заказала pineapple juice, принесли томата juice. Ой, господи. А, это супермаркет был? Потом я вам сделаю ганну. А ты сама не пьешь? Картошка готова. А. Джинс, лимон. Смотри, она пробку уже украла. Она... А, ты, а. Он украл. Ну тогда, не, я думаю, может, нельзя. Ну, тогда бери. Да, вкусный. Фруктовый, да? Собачья группа. Я делаю себе дома собачий кусок, но Женя позвала. Они мне говорят, когда мы к тебе придем? Я говорю, придет сейчас. Мне она не нравится. Да? Такая странная жизнь. Она здесь? Отсюда она? С этого дома? Да, мне нравится. Вот, мне понравилась Китай, с Гонконга. Тайвань, да. Тайка. Ивана хорошая. Ивана и ты вот добрый. Ты добрый на самом деле. Ты добрый на самом деле, да? Он просто боится. Все же большие для него, он маленький. А сколько ему? 10 месяцев. Ой. Все, не бойся, не бойся. Не бойся. Он просто драма-квин у меня. Он скандальная собачка. О, с ним не соскучишься. Я вовремя, наверное. Don't put too much. Говорит, заткнись. Это по этому. How many? Tell me. How many sugar? One teaspoon. Okay. One teaspoon. Otherwise, it's gonna be so sweet. It needs to be sweet. Ah, да? Oh. Three quarters of a cup. Может, столовая ложка? Я не любитель вот этой готовки вместе с сахаром, да? Ё-моё. Желтки. Это соус будет. Желтки, сахар. Уксус и горчица сухая. Мука. А, еще мука надо. Угу. Флауэр. Я до сих пор не разбираюсь в этих размерах. Мне по... Боже. Мне легче этими ложками мерить. Я до сих пор не понимаю вот эти вот мессеры. Походу, мне уже и домой пора. Все, давай, Хари. О, Кевин. Давай, Кевин, брусевый, ты давай, итальяно, like итальяно family, давай, фучино, корчано, морчано, о, ха. Is it ready enough? Please. Да. Ну же все время это готовил. Минут 10, 15 уже. Тихо. Could you give him attention? Ой.
Лонго виск, господи. Где бы найти? Где бы найти? Нету. На, Кевин. This one? What happened there? Wait, what? Oh, you're fucking washing shears. No, leave it. Kevin, is it done? Nice. Что-то странное готовит. Молока нет? Молоко есть. Кстати, я еще в холодильнике не была. Это я знаю устрицы. Вот это не знаю, что. Коробочки. Ой, что-то, наверное, из сладкого. Это тоже что-то. Ну, в общем. Ой. Мне нужно уйти пораньше. Но, походу, я пораньше не уйду. Уже, по-моему, 9 часов. А, сейчас посмотрю время. 8 вечера. В принципе, это как я и планировала. В 8 вечера уйти домой. У меня работа ждет дома. У меня балкон еще не домытый. Я не знаю, когда мы сядем есть какой-то соус. Не знаю, с какого-то сайта. But you never cooked this before, да? It's first time you try. Первый раз. But when you're done, you first try it before you add it, да? It's nice? Hot. Not? Мужчина на кухне. Это все Женьке убирать. Со мной не дружится. Не знаю почему. Это она нашла, надыбала где-то. Это ее новая игрушка, пробка. Смотрите, какой у меня бар. И вино, и джин.